играет. Так, он еще основной. Но дать его, который тоже мне надо реализовать. Она будет в бассейне. А меня нет, меня нет. Я уехал. Конечно, у него тройное. Нет, ну у них же Румыния, Молдавия. У них двойное гражданство. И двойное гражданство есть в России. Там что-то все сложно. Там после какого-то года родившиеся. Я видел, там у президента Молдавии. Да. Нет, так и есть, да. Еще можно Киргизию, Таджикистан, ты что, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан, да. О, Максим, мой любимый вопрос. 8 баллончиков. Я в домике. Что за сказка? Я сегодня Кате отдал. Я Кате отдал сегодня. Сори. Я причем взял, думал, что у меня так много валанов. Ага. Кость, счет? Первый? До 11? А потом Саша зайдет. На победителя. Девочки приехали после сборов. Собранные. Смотри, что творят, одни смешаны. Все активно. В активе работают. Сейчас Максим еще подтянется и вообще. Каждый раз про них вспоминаю, но каждый раз в среду. Думаю, уже поздно с Максимом, Я взял, главное, сегодня, я думаю, куда я взял столько валанов? Я три коробки, думаю, Катя отдаю, думаю, что-то не то. У них всего будет, думаю, четыре тренировки по пол коробки. Это две. Но даже, я думаю, я взял третью. Ну, блин, 50 дел, когда перед отъездом, ты как это? Я завтра в Епипет. На следующей неделе у вас не будет. Кто-то будет другой. Кого надо? Я подумаю. Я не знаю, может попробую кого-нибудь. Ну, смотрите, то есть я могу кого-нибудь найти, могу. Одну неделю? Одну неделю, а? Тогда. Может их будет 6 следующей недели. На победителя, Саша. Ну сейчас мы кого-нибудь... Откуда никак, кого? Не, этих можно, двоих взять. Нормально. Это надолго. 20-20, хороший счет. Так, где-то мне списали, куда мы там летим.
Не, пока я. Мне надо, да, это. Зарегиться на рейс. Так меня не будет неделю. Все хорошо. Чувствую, как приятно. После тренировки кости подачи. Надо подачи. Сашей Партевич. Надо подачи. Я не знаю, с чем. Сашей Партевич. Нет, это приятно, конечно. Мы за лёд спорили. Может, что бывает, мне первый раз принести. Проблема в этом. Не, ну у нас самый крутой станок. Поэтому типа. Конечно. Я думаю, что каждый из нас, и Долотов, и я. Нам дали только 80-ю струну.
она тонкая. А я порвал 8 ракет. Я порвал 6 своих. Все, и 2 наши. 8 ракет в итоге. Нет. Я во втором круге отдал. Я прошел квалификацию. Вот, и отжался во втором круге. Давайте сюда, я услышал. Он не тянет прямые струны. Прямые струны, то есть у него струна все время должна быть с углом. Вот, он не тянет прямую, чтобы не задавать это. Попал сейчас очень жестко. Ну, щеку там, наверное, куда-то. Не было. А, вы как вы видели этих? Я видел, что он глаз схватился. Глаз? Сюда, да, висок куда-то. Все, он такой стоит. Последний момент повернулся, видел. Я сейчас так себе. Ну брось сильно так просочил. Олег, холодная, может? Холодная есть? Сейчас будет. Знаете, где лед, да, брать? Холодная вода это. Не, лед в этом, в баре. В баре, прям на лице. Они прям в этом сейчас. Я айку недавно зарядил. Это прям какая-то повальная история. Максим, партиечку с Сашей. Варя кому-то там зарядила. Она с полуметра смешан. Не смешан, добивкой на сеточке. Там нормально было. Ну я айку на месяц выключил. Я ему прям в глаз залетел. Я не буду, даже что-то состоял.
Любимое занятие – набросить с левой стороны на центр площадки и побежать, отбегать, и вот так вот с правой стороной, и смотреть вот так на валанчик. Я еще не в глаз, насколько я понял, да? В бровь? Я тоже. В бровь. Не, вверх, вот с косточкой. Ну, вот сюда куда-то. Не в глаз, главное. Да, не в глаз. Так, это что за фокус у вас? Не знаю. Ну, сильно? Странно, будьте здоровы. Плохо смотреть. Что? Да не, ничего такое. Не в глаз главное. Да не, а вы что, все? Да, да, я не знаю. А помнишь, это попали тоже? ССК. Шершлёв, Миша Клементова попал в больницу. Недели 3, что ли? Нет, 3 недели, да. Я тоже уезжал. Меня Саша Цыбульский пропал. Добивкой. На машине он разбился. Там просто. Почему нет никакой информации? У меня есть, хочешь покажу, лучше не смотреть. Может не надо? Да не, спокойно. Со мной то же самое, душа есть душа. Я тоже мясо ходячее. Просто как это получилось для тебя? А вообще нет информации, что тренер на нас. То есть это про что лучше? Была информация. Что за тачка? Мотив Белла. Надо не сидеть. А кто разобьем? Девушка или жена погибла. Девушка давайте. Она в этом была. Она погибла? Не знаю, она в поле была. Скрутила что ли ее получается? Я не знаю. А где это у тебя? А кто? Ну, нету здесь, да, что это он? Просто нету, что Старовой, это Сергей, да? Так что вот так. Я же говорю, лучше не смотреть такие. Да не, ну машины. Ну вот и накрыли. Слушай, жизнь такая штука, что вообще жизнь. Первый мой серьезный тренер. То есть у нас не было тренера, Серега пришел в школу. Матис по трассе тоже. Там есть бомба.
Да, чтобы зарегистрироваться, там надо номера билетов или бронирования. В смысле нет мест? Вообще нет мест? А может уже все зарегились, уже наши 4. А? Что, парочку? Поехали. Работаем. Тренируем. Thank you.
продлю чуть-чуть лето. Для продаж одежды плохая, уже пришел осенний сезон. А? Для продаж одежды плохая. Пришел осенний сезон. А еще не, еще да.
делать самому. А что вы с Олегом сделали? Олег повернулся и выхватил валан в кровь. Вот, и расстроился. Я думаю, больше не тоже. Так, сейчас я больше расстроился. Олег, привет, кстати. Чего? Я говорю, Олег, кстати, привет. Просто. Там же как файл, только контакт. Правда нет. Набрали на NoFont кусок пластика за баксов евро 15. Ничего. Типа для тех, кто зависим от телефона, и чтобы у них как что-то было, но при этом не сидеть по факту в телефоне. И написали, вы можете получить фото прямо вот в реал-тайме. Вот. А потом они сделали iPhone Air. NoFont Air. Самый легкий. Ну, типа, самый легкий в мире. Вот он у меня будет. Да. Вот. И у меня товарищ говорит, ну, типа, NoFont, если чуть-чуть доработать, получится, типа, можно сделать нормальный телефон, типа, лучше, чем Samsung. Я говорю, прости, но это не давно занято айфонами, потому что давно был мем такой. Айфон, сравнение камня и айфона. Типа в камне. Нет ВМС и там, и там. Нет там видеозаписи и там, и там. Может, можно разбить там что-нибудь только камни. Вот. Я думал, это год, типа, с айфона, короче, это с 2008 года и идет прикол. Блин, ну вот как так? Даже в тебе в этом WhatsApp есть реплики. У меня вот. Контакт. Нет, у меня контакт. Телеграм, контакт, контакт, все работает. Это все ваше яблоки работает. Ну, нормально тебе можно. Зачем яблочникам делиться контактами? Действительно. Так почему в WhatsApp работает? Вдруг кто-то знает, что бывают не яблочные телефоны, да? Почему в WhatsApp-то работает? Ну, видимо, что взять с тех, кто WhatsApp-ом пользуется? 24-м.
Ну ладно, пусть хоть это будет. Я вас напишу, что меня арестовали, я передаю все равно. Все в флаг переходим. Которые забанили уже давно в России. Кто? Чего? Не, этот же флаг. А что это такое? Короче, так через телевизор. А, нам много можно делать, там не можно. Как каналы в Телеграме. Да. Не, ну справедливо. В Телеграме тоже кривые каналы, чтобы создать, чтобы все могли писать, надо создавать еще один канал. Максим пошел делать программу объявления, мы так один ровно. Дуров, верни тему. Если боишься, что что-то уйдет в интернет, не держи это на компьютере. Все, это единственный гарантированный способ. Мне Макс как-то показывал, он же смотрелся буквально. В то время терминал был открыт. А вот, он показывал, сколько раз ему пытаются типа зайти в день на пол. Да. Когда началась... Короче, что-то не так давно нас когда пытались подвесить, нам трафика навалили, типа 50 гигабит, что ли. Ну, у нас вчера там пытались, там кто-то положил, Не, а мы еще Украину заблочили, что-то. Поехали, вторая страна. Россия. Thank you.
Закончил, потому что у меня плечо, плечо. Начинает болеть опять, прям, да, я боюсь, что я лежу, и потом будет... Ну, так, да, сейчас, да, да. И прям щелкает. Не, лучше, да.
как же ваши упражнения? Делаю каждый день. Но вот что-то один раз ударил неправильно, и вот один раз неправильно прям вот так сильно пробил. Да. Ну, будем надеяться, что это. Ну, если не так, как болел, вот когда болел. Вот. Не хочешь чего-то скупить. Так, ну что, все. Что туда летает в Египет сейчас? Аэрофлотом, наверное. Енто хорошо. Там есть, как бы, я там всегда ел вкусную рыбу, которая местная, которую вот там выловили, да, они там, ну, часто ее выловили. В зависимости, конечно, от отеля, но обычно вот она прям вот ее сегодня выловили и готовят прям. Ну, мне не грозит, я люблю. А, нет? Вообще, я никакие мои продукты не. Да? Поэтому уже пора пробовать. А я пробовал. Тогда ягненочка, вкусно. Меня прям тошнит. Выворачивай. Устрички. А устрицы нет, уже как это, мясо просто. Вот тут нет такой там. Хотя тоже всегда я совсем рыба. Да нет? Да. Просто тунец, в принципе, его не жарят, то есть его, может, сир называют как-то. Нет, почему? На сковородке 30 секунд на одной, 30 на другой, а потом сырой. Потому что если его пожарить, это будет просто резинка какая-то. Вот свинина пережаренная какая-то, резинка. Сухой еще. То же самое рыба-меч, то же самое все вот эти большие морские. Нет, кстати, по-моему, чуть-чуть тоже, если он пережаришь, он так. Не знаю, я так. Жарить, как это, рыба есть, возможно. Всегда есть мясо. Всегда есть мясо. Что там точно есть? Баранинка там точно есть? Нет, но это больше такого. Ну, тепло, пляж там, что, я говорю, без Сочи. Да, дети на море, опять будет бабушка с девушкой. Так что я приезжаю холёный, либо нервный. А что из широким составом? Всего хорошего. Спасибо. Это, конечно, да, это такое. Зло. Очень тяжело. Нет, но благо не только Настина мама есть. Потому что когда мы ездила только Настина мама, соответственно, весь гнев вселенной был направлен на меня. Я там еле выжил. Трудом, скажем так. Как в том анекдоте говорит? А? Как в анекдоте два мужика говорят, говорит, я говорю, тут не понимаю, как можно неправильно поставить молоко в холодильник? Дверцу. Ладно, не нравится. Хороший ход. Так, сколько мне приложил? Сейчас. Сейчас вижу, да? Ну, понятно. А, все, хорошо. Все, вот я сейчас звонится, так придумаем. Так, я сразу. Thank you.
ценой в 40 тысяч. А? Двух ценой в 40 тысяч.